Меня зовут Сякигучи Такаки. В мире буддо меня зовут Сякигучи Комэй. Я преподаю боевое искусство Мусодзики Дэн, Эйсин Рю и Айдзюцу. Это боевое искусство клана Тоссу. И я являюсь наследным 21-м Соке. Я занимаюсь Мусодзики Дэн, Эйсин Рю и Айдзюцу уже более 40 лет. Меня зовут Фудзи Кацухико. Меня зовут Обика, и я уже 38 лет занимаюсь кендо и 18 лет иайдо. Я считаю, что боевое искусство в целом и мое боевое искусство — это способ воспитания сильного духа. Я начал заниматься боевыми искусствами, когда учился в старшей школе. В первую очередь это было нужно для воспитания характера. Я начал с дзюдо, дальше занимался карате, тайдзюцу, и во всех случаях долгое время я не получал никаких особых титулов. Я начала заниматься в 37 лет. Причина моего прихода в боевое искусство послужило мое первое посещение додзю-зала, который находится в Мэйбукан. Этот зал для кендо. Там мы занимаемся иайдо. Занятие проводил Масамицу-сенсей, 20-й сакэ школы. После первого занятия и первой встречи с мастером я твердо для себя решила, что буду заниматься боевыми искусствами. Отец моего мужа занимался кендо. Он был учителем кендо. И в 37 лет я тоже начала заниматься кендо. Кендо привело меня к прекрасному мастеру иайдо. И с 38 лет я стала заниматься и иайдо, благодаря учителям, которых я встретила на своем жизненном пути. Мои наставники в буддо, начиная с моих детских лет, это господин Сато в Кадакан-дзюдо. Непосредственно меня учил Йосиаки-сенсей. Когда я искал додзи в карате, я нашел замечательного мастера Ямагучи-сенсея, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Дальше, начиная где-то со средних лет до крайних лет моей жизни, моим мастером был Оноэ Масамицу-сенсей. К сожалению, этого сенсея уже нет. Он обучал меня дзюдзюцу и другим боевым искусствам, в том числе и иайдзюцу. Меня зовут Оноэ Масамицу. Я занимаюсь Мусодзики Дэн, Эйсин Рю и Айдзюцу Комидзюку. Я должен сказать, что мой дедушка был 20-м сакэ школы Мусодзики Дэн, Эйсин Рю и Айдзюцу. Его звали Оноэ Масамицу. И уже с ранних лет у меня был живой интерес к боевым искусствам, в особенности к искусству меча. В первый раз я познакомился с Сакигути-сенсей благодаря моей бабушке. Тогда я увидел Сакигути-сенсей на Энбутакай в Ниппон-Будакан, где Сакигути-сенсей прекрасно выступил. Это выступление на меня произвело такое впечатление, что я решил обязательно стать его учеником. И так я пришел в зал к Сакигути-сенсей и стал изучать искусство меча. Мне, как внуку 20-го сакэ, очень приятно осознавать, что я продолжаю заниматься традиционными японскими боевыми искусствами, как занимался мой дедушка. И моим мастером является 21-й сакэ школы Сакигути-сенсей. И для меня это очень важно. Мы имели честь заниматься у Масумицу-сенсей. Он занимался кендо и иайдо и владел обоими видами боевых искусств достойно. Если сравнивать обучение Масумицу-сенсея и Сакигути-сенсея, то Сакигути-сенсей владеет еще большим видом техник и замечательно владеет самыми разнообразными видами боевых искусств. Если сравнивать этих двух великих мастеров и наставников, то у Масумицу-сенсея движения более тихие и спокойные. Я до сих пор помню то трепетное и особенное чувство, тот восторг, когда я увидела, как Масумицу-сенсей с настоящим острым мечом исполняет технику «маэ» в
сейдза. Это было прекрасно и незабываемо. Это самое незабываемое в моей жизни ощущение. Сам я занимаюсь в следующих целях. Я преподаю другим людям и занимаюсь сам в соответствии с принципом, который по-японски называется «бомилита». Он означает, что человек, занимаясь, должен отбросить собственные интересы и действовать ради других людей, то есть, забыв о себе, заботиться о ближнем. Сакигути-сенсей дал мне меч длиннее, чем у остальных. Это сделано для того, чтобы я лучше усваивал технику. Это преодоление длинного клинка для меня не испытание, это для меня особое ощущение упражнения. Сперва, когда мне Сакигути-сенсей дал длинный клинок, я не думал, что смогу осилить занятия с ним. Смогу ли я хотя бы вынуть меч? И представьте себе, я это сделал, и у меня получилось. И в этот момент я понял, что не надо ставить себя в какие-то рамки. Нужно избавиться от них и расширить границы своих возможностей. Это было для меня своего рода испытанием, и я благодарен моему сенсею за эту возможность. Он дал мне понять, на что я способен. Кабудо в культурном и моральном плане в настоящее время является не средством проведения боевых действий, а искусством сохранения мира. Я считаю, что главной моей целью должно быть продвижение мира и мирных целей посредством Будо. Это первое. А второе — это то, что древняя традиция сохранилась как наследие самураев. И я хотел бы, чтобы эта самурайская культура сохранилась и в будущем, чтобы она была сохранена и передана в моей школе. Сакигути-сенсей не просто внедряет что-то новое, а он вводит разные возможные варианты техник. Сам Сакигути-сенсей 20 лет обучался традиционным техникам, переданные ему Оноэ Масумицу-сенсей. И сейчас Сакигути-сенсей передает эту технику так же, как ее передавал его мастер. Он не останавливается на достигнутом, и в своей методике обучения приводит массу примеров и информации о других школах, показывает разные вариации разнообразных техник и рассказывает о значении каждого из подходов техники. Сакигути-сенсей пропагандирует систему единой семьи. Это означает, что люди Мусодзуки-дэнэй Синрю являются как члены одной семьи, и все представители школы в разных странах как бы объединяются по принципу традиционной японской семьи. Это позволяет улучшить взаимодействие и способствует смягчению очень многих человеческих пороков. Мастер Сакигути-сенсей всегда учил и учит, еще с самого начала, когда он стал сукэ. Острый меч в зале нужно использовать не для убийства, а для постижения самого себя. Отношения между учеником и учителем при непосредственной передаче знаний можно сравнить с вышиванием или шитьем, когда есть игла и нить. То есть ученик — это нить, а учитель — это игла. Обычный школьный учитель действует иначе. Он преподает. Он отрабатывает часы и получает зарплату. Но что касается сенсея, он ведет за собой ученика, как игла ведет за собой нить. Но до тех пор, пока эта игла не сломается, и пока она не загнется, нить будет тянуться за этой иглой. А дальше, когда игла сломается, необходимо, чтобы новый человек стал этой иглой. И тогда новая игла начнет вести новую нить. Говоря о боевых искусствах, это такая вещь, которая, казалось бы, изначально не имеет формы. Но при этом боевые искусства действительно могут продолжать передаваться, и в этом заключается их смысл. Что они изначально, не имея форму, передаются, сохраняя традицию. Важно сохранять одновременно и старые знания, и приобретать новые. Традиции — это как пища, которую приготовила бабушка. Ведь все люди любят пищу, которую им готовили их бабушки.
так и в традициях заключается как бы вкус и значение этой пищи для тела, ума и души. Меня зовут Ямадзаки. Я занимаюсь уже 10 лет мусодзакиден, эйсинрю и айдзюцу. С 6 лет я занимаюсь дзюдо и занимался до 20 лет, пока не получил травму, и решил заняться другим видом боевых искусств и айдзюцу. И тогда мой мастер по дзюдо, который был старшим сэмпаем, познакомил меня с Сакигути-сэнсэем, и так я начал заниматься у Сакигути-сэнсэя. 14 лет я занимался дзюдо, 10 лет я занимаюсь и айдзюцу, и после 24 лет занятий боевыми искусствами я могу сказать, что будо — это учение жизни, и для меня будо — это вся моя жизнь. Бусидо — это наставление о том, как должен действовать самурай и кем он должен быть. Это путь, по которому идет воин, и для побед ему необходимо иметь свои особенности. Воин в синакосё — это 4 основных сословия в старой феодальной Японии. Си — это воин, но — это фермеры, ко — это ремесленники, и сё — это торговцы. Соответственно, занимая самое высокое место в иерархии, самурай обладает максимальным количеством прав и максимальным количеством свободы. Он должен действовать верно и правильно, то есть необходимо, чтобы человек, занимающий самое высокое место в иерархии, шел в правильном направлении, поскольку он является главным. Для этого и существует бусидо, чтобы тот, кто занимает главное положение, мог действовать правильно. И смысл самурая в том, что такой человек понимает боль людей и понимает их страдания, понимает, что эти страдания неизбежны. Я думаю, что традиции не будут утрачены, и что наоборот, их будут развивать и глубже изучать содержание старых традиций, поскольку будо — это не мода и не новое веяние, оно не будет утрачено. Соответственно, кабудо и будо — это сохранение традиций. И я думаю, что благодаря тому, что их охраняют от забвения, они не будут забыты. Боевые искусства — это не спорт. Для того, чтобы сохранять и не допустить утраты старых традиций, необходимо продолжать осуществлять их развитие. Неважно ради кого, скорее ради себя, и для того, чтобы традиция оставалась живой. Как я уже говорил, это похоже на сравнение иглы и нити. Я пришел в этот мир, когда родился, и уйду из него, когда умру. Начиная с моего рождения, после того, как я вступил на свой путь, я должен до самой смерти следовать ему. В этом и заключается следование традиции. Я являюсь представителем хомбу-додзё в префектуре Чиба. Я занимаюсь 20 лет мусодзикиден, эйсинрю и айдзюцу. Жизнь человека проходит не только в зале, она проходит в обществе. Люди работают, занимаются бизнесом, ведут дела, живут в обществе. Пользуясь мечом, можно поранить человека, поэтому, овладевая новыми знаниями, нужно быть внимательным и с ответственностью относиться к своим действиям. Нужно нести себя спокойно и уверенно и в работе. Я никогда ничего не скрываю и стараюсь делать ее хорошо. Я стараюсь работать с прямой спиной, расправив плечи. Так же, как если бы я работал в зале с мечом, так же я стараюсь идти по жизни, не опуская головы, идти спокойно и уверенно. Для меня меч — это душа. Я дорожу своим мечом, поддерживаю его в хорошем состоянии, чтобы в любой момент его использовать, но не нарушая мира, а исключительно для поддержания духа и поддержания тела. Существует тренировка умственных способностей, существует тренировка духа и существует тренировка тела. Все эти аспекты задействованы. Соответственно, целью этого является победа над противником, который находится внутри вас. Кто такой не японец?
это иностранец. Но я, когда приезжаю в Россию, становлюсь иностранцем. У каждого человека свое содержание. Где-то он является своим, где-то он является иностранцем. Что касается боевых искусств, то это отдельная часть жизни, совершенно не связанная с тем, являешься ли ты японцем или нет. Существуют необходимые требования к характеру, существуют требования к способностям. И за счет того, что человек много занимается, он может все это впитать. Говоря о боевых искусствах, существуют определенные технические моменты, которые необходимо принять. Но это не имеет отношения к твоему происхождению. Соответственно, если уделять занятиям больше времени под руководством грамотного наставника и при упорных занятиях, человек может достичь очень серьезных результатов. Я думаю, что не японец, иностранец, может являться продолжателем традиционных японских боевых искусств. Я, конечно, не настолько много езжу по миру, как Сакигути-сенсей. Он часто рассказывает нам, как его хорошо принимают и как он видит желание у людей заниматься, и как люди хотят изучать японскую культуру, учить ее и понимать. Думаю, в этом смысле пониманию также способствует и изучение самого японского языка. Любому мастеру важно чувствовать нутро своего ученика. Тот, кто занимается от чистого разума и чистого сердца, может стать достойным продолжателем традиций и продолжателем японских традиционных боевых искусств. Возвращаясь к вопросу, может ли иностранец, не японец, стать продолжателем японских традиционных боевых искусств, ответ – да, может. В будо все начинается с этикета, с уважения, так и в жизни. Приведу как пример кендо и айдо. Это две старые школы, и только то, что вы уже занимаетесь, это великолепно. У вас есть стимул стараться, чтобы оправдать желания свои и окружающих. Занимаясь будо, у вас все будет естественно. Уважение к родителям, к старшим. И это очень важно в современном обществе. Я японец и носитель японской культуры. В Японии сильно сообщество воинов. Хоть я ношу европейскую одежду, но тем не менее считаю своим долгом сохранять и поддерживать в себе японскую культуру. Я выбрал именно это боевое искусство, потому что оно считается японским и считается искусством самураев. Различий между мужчиной и женщиной нет, потому что, в отличие от прежних времен, сейчас женщины могут занимать различные правительственные посты. Что касается физических нагрузок, то здесь нужно отметить, что женщины бывают еще более выносливы и подают хороший пример всем, кто занимается боевыми единоборствами. Они иногда могут заниматься даже больше и дольше, чем мужчины. По моему мнению, в ИАИ есть очень много учителей женщин, потому что есть достаточно техник, которые очень подходят именно женщинам. Женское видение важно в обучении подобных техник. В ИАИ есть и мужчины, и женщины-учителя. Но в свое время я была очарована женской красотой в боевых искусствах. То, как красиво и элегантно женщины-учителя преподносили технику использования синкена, боевого японского меча, меня восхитило. Соглашусь с мнением Фуджи-сан, что и мужчины, и женщины по-своему показывают техники. Женщины в жизни должны быть мудрыми и рассудительными. И, на мой взгляд, именно в боевых искусствах женщины могут показывать свою истинную женскую силу и красоту. Мой отец был офицером полиции. Наша семья состояла из 5 человек, то есть 2 родителей и 3 детей. Сейчас в моей семье 2, я и моя жена. В связи с тяжелой болезнью она постоянно находится в тяжелом положении. В любой момент она может покинуть наш мир. Это может произойти сегодня или завтра. В любой момент ее может не стать. Некоторое время назад я говорил с человеком, ответственным за захоронение. И он сказал, что если смерть произойдет в мое отсутствие, то ее кремируют, а захоронение праха произойдет, когда я приеду. Существует такой договор об искусственном поддержании жизни. В любой момент человек может отказаться от этой возможности, чтобы человек не жил как растение. Я не могу отказаться от своей жены и как могу поддерживаю ее существование. На сегодняшний день она уже 15 лет пребывает в коме.
Каждый день я смотрю файловую информацию своей супруги, чтобы понять, что с ней происходит. И для меня это тоже в своей форме часть видения Бамирита — забыть о себе и думать о других. Каждый день, когда я провожу со своими учениками, я нахожу в этом суть моей миссии. Моя жена также занималась иядзюцу, и я считаю, что она настоящий самурай. Когда умерли мой отец и моя мать, в обоих случаях я был в додзе. В те моменты я был в других странах и не мог присутствовать при этом. Я заранее прощался с ними, потому что понимал, что я в этот момент могу не быть рядом, если это произойдет в мое отсутствие. Также, каждый раз уезжая из Японии, я прощаюсь со своей женой, если ее не станет в момент моего отсутствия. Уезжая в этот раз, я сказал ей, что поскольку она жена воина, она должна знать, что мы с тобой прощаемся уже сейчас. Россияне, которые занимаются моими боевыми искусствами, это замечательные люди. Они очень много прикладывают усилий, очень много прикладывают старания и работают даже в самые сложные моменты. Нельзя сказать, что занятия приводят к одному результату. Для каждого этот результат свой. Возникает вопрос, в чем же тогда цель такого вида боевого искусства, которое сейчас не применяется на практике? С точки зрения техники, это не вопрос оружия. Цель — это победа над собой. У нас нет соревнований. Цель — это возвращение к своим корням, к своей истории. Несмотря на то, что это японское традиционное искусство, для неяпонцев целью является обращение к истории, а у каждого она своя и свои предки. Так или иначе, становится интересным прошлое его собственной страны. Я благодарен этим людям. Они хорошо работают над собой за счет того, что они вместе проливают пот на тренировке. Они вместе чувствуют чувство локтя, чувство большой семьи. И я рад, что они движутся по этому пути и продвигаются в этом дальше. Я считаю, что в России будо развивается, и оно прекрасно. К сожалению, у нас с женой не было детей, но я нашел своего сына в России. Им стал для меня господин Линдер. Он же носит имя Нюдо, которое я даровал ему как своему названному сыну. Нюдо является моим сыном. Нюдо-сенсей — отличный воин и замечательный наставник. Будо — это непрерывный процесс, в котором постоянно развиваются и приходят люди. Люди, которые тренируются, посвящают этому значительную часть своих сил. Благодаря тому, что есть такие наставники, как Нюдо-сенсей, которые показывают, как можно развиваться. Нюдо-сенсей показывает замечательное будо. Поэтому многие люди имеют возможность учиться этому и перенимать эти способности. Для того, чтобы это развитие было более плодотворным, Нюдо-сенсей вкладывает в это большие силы. Люди, которые приходят в зал, занимаются самосовершенствованием и саморазвитием, исполняют свои мечты, и Нюдо-сенсей помогает им в этом. Я счастлив, что познакомился в своей жизни с этим замечательным человеком и благодарен всем людям, которые приходят в зал на занятия. Люди, приходящие на тренировки, имеют замечательную возможность укреплять свое тело и дух. И даже если они находятся на начальном этапе развития, это для них полезно как упражнение. Чем больше они занимаются, тем ближе они к совершенству. 私は剣道、それに続いて居合道をやったおかげで Я занимаюсь и кендо, и иайдо, и с годами это привело меня к большей ответственности, потому что я должна стараться для детей. Этим самым мои силы стали больше. Самое важное в этой жизни — иметь мечту. Поставьте себе цель и стремитесь к ней, и только тогда она обязательно исполнится. Я никогда не могла представить, что я смогу добиться такого уровня в ИАЙ. И только благодаря Сакигути-сенсей моя мечта сбылась. Поэтому не забывайте про свою мечту. Идите к ней, и она обязательно исполнится.